Для вооруженных формирований Украины уже давно не существует понятия международное гуманитарное право. Но 28 июля они решили уничтожить в том числе и своих же военнослужащих, которые попали к нам в плен. Мы прекрасно понимаем, для чего они это сделали и почему они пошли на этот шаг. Потому что эти пленные начали давать показания. И эти показания крайне неудобны и неприятны для украинской власти. Потому что в этих показаниях они изобличают все преступные приказы, которые они получали здесь на линии фронта. Вот этот вот осколок, вот смотрите, видите, нанесены на ней характерные рубцы, да? Это вот боевые элементы, которые при взрыве по вот этим вот насечкам разлетаются и тем самым поражают живую силу на поле боя, да, скажем, противника, неправильно будет. Вот, довольно-таки неприятная вещь, я думаю, вы должны понимать. Здесь еще много осколков, все эти осколки мы нашли непосредственно на очаге взрыва. Также у этой ракеты специфическое большое тепловое излучение. То есть, если вы сейчас здесь заметите, вот эпицентр взрыва, он вынес вот такие ворота, вы понимаете, что за сила взрыва? Вот они, вот здесь вот были эти ворота, вот они лежат здесь. Далее, происходит большое термическое воздействие, и вот эти вот кровати, и, соответственно, заключенные, которые находились здесь, выгорели практически до кости, то есть очень сильное термическое воздействие на них произошло. Красный Крест на данный момент, тот состав, который работает в Донецке, они пытаются с нами разговаривать исключительно языком ультиматума. То есть, да, мы вам поможем здесь или выедем сюда, но если вы нам разрешите сделать это и вот это. То есть, ну, таким образом не работают представители международных организаций на территории Донецкой Народной Республики. Это первое. И второе. Красный Крест, как гуманитарная организация, работающая в условиях конфликтов, они должны работать в соответствии с законодательством той стороны конфликта, на территории которой они находятся. Сейчас мы столкнулись с тем, что Красный Крест не желает этого делать. Все пленные находятся под защитой Женевских конвенций. Они, какими бы они ни были и какие бы ужасные они не совершали поступки, они должны подлежать честному и справедливому трибуналу, над которым мы сейчас работаем. Следствие ведется. Руслан Халилович рассказал о том, какие улики собираются, какие улики и доказательства у нас уже есть. Сегодня мы уже проработали проект международного договора об учреждении трибунала. Но это только часть работы. Сейчас самая кропотливая работа ведется над разработкой устава, потому что это самый такой массивный документ, детальный, который утверждает правила поведения сторон в процессе и так далее, то есть назначение судей и тому подобное. Но, тем не менее, эта работа ведется, трибунал будет и состоится в любом случае, и поэтому все эти пленные должны дойти до трибунала, а там уже какое решение примет суд. В данном случае мы не исключаем, что действительно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, а также Управление Верховного комиссара по правам человека в преддверии позиции, которую Россия обязательно заявит в ходе сессии Генеральной Ассамблеи, направит своих представителей в Донецкую Республику. Но пока мы видим даже на контакт, как нам сообщила госпожа министр, они не выходят.